удивительное даже где-то нелепо, что вот всем известная песня про Мишку-Мишку, где твоя улыбка, сейчас мы ее слушали на Медицинской волне, в оригинале была написана о девушке, да-да, и исполнялась популярным дуэтом Рудакова и Нечаева в 50-х годах. Всех приветствую, я Оксана Кельн. Ну что, у нас тоже тут популярная музыка. Ждем Александра Серова, Альфа-Мейл, Григорий Лепс будет, Инфинити, а это Полина Гагарина, и все это милицейская волна музыки вашего яркого настроения.